Добрый день, девочки! Сегодня, как и обещала, я теперь, значит, показала я вам из глиттерного серебряного померана светильничек, а теперь вот из такого золотого. Но он, знаете, он цвет золота, а обратная сторона у него как бы немножко оранжевая. Но, в общем, знаете, смотрится, скажу так. Значит, вы уже знаете, как все это делать. То есть я нарезаю сначала вот такие полосочки. Затем я их режу, разрезаю вот на такие вот штучки остренькие. Остренькие, кончики остренькие. Потом на утюге я вот так их нагреваю. Потом прошиваю ниточкой с иголкой и собираю. Собираю, у меня получается как бы цветочек. Но здесь у меня по два цветочка. Я знаете, как в этот раз делала? Я сначала взяла по одному, все сделала. Потом по второму приклеила. Если у меня на том, на серебряном, вы помните, у меня там были эти блестюлечки, да? То здесь я решила по-другому. Я фигурными ножницами вырезала вот такую как бы серединку. То есть кружочек, вырезала квадратик, обрезала его фигурными ножницами. И все. И вот. И прикрепила. Прикрепила, и получилось хорошо. Вот. Сейчас я вам очень светло, я не могу вам показать, как он светится. Вот. Но я вам покажу его, как он светится. Следующий у меня будет, вы знаете, прям вот оригинальный. Сейчас скажут, некоторые из вас скажут, ну цвет морковки. Да, цвет морковки. Особенно вот так вот она, когда закудрявилась, она похожа на морковку, на корейскую. Но, девочки, я вам честно говорю, что смотрится, очень смотрится. И он такой необыкновенный, и бантик у него. Этот бантик я немножко изменила. То есть я его так же сделала, как тот, но добавила вот это вот еще один здесь бантик, чтобы смотрелось как бы интересней. Вот, а следующий у меня будет вот такой цвет. Зеленоватый. Вот захотела такой, девочки. Он тоже будет хорошо смотреться. Вот, смотрите. Корейская морковка. Светильник корейской морковки. Ну нет, я шучу, а общий вид хороший. Здесь знаете, как хорошо будет. Ну вот если тот серебряный хорошо шел, знаете, я вам показывала тумба у нас в прихожей черного цвета. И вот черное серебром отлично смотрится. А вот золото здесь надо немножко подумать, поставить его к чему. Вот такой получился. Вот он какой красавец. Вот, не стала я больше, потому что так здесь блеску много. Все, больше здесь ничего не надо. Ну вот, мои хорошие, вот второй. Третий сделаю, зеленый покажу. А вы сами делайте вывод, какой вы будете делать. Какой цвет. Даже, знаете, я вам хочу сказать, глиттерный ведь он бывает белый. Белый глиттерный. Он тоже будет хорошо смотреться. А еще есть белый, но у него блесточки там немножко зеленоватого цвета. Тоже будет отлично смотреться. Вот смотрите, все идеи, которые я прохожу сама, я вам все-все говорю. Нет всяких блестюлечек. Вот, переверните, сделайте такую блестюлечку. И будет все нормально. Вот я вам все показываю. То есть сначала нарезать, самое главное, нарезать, вырезать вот эти вот остренькие все кончики. Я сразу делаю очень много. Делаю, сижу, смотрю новости, смотрю там фильмы какие-нибудь, делаю нарезку. А сборка-то, она настолько интересная и быстрая. Ну, что мне вам рассказывать? Вы все знаете сами, потому что все делаете. Вот так, мои хорошие. Вот такой красавец.